Peace. Здравствуйте, на канале Шлим Крипте. Сегодня мы будем шалить и зарабатывать вместе с вами в криптовалюте и поговорим о аналогах проектов различных игр, и которые можно заменить их именно на криптовалютные игры, где мы можем хоть что-то заработать. Ребят, как всегда, лайк, комментарий, постподписка вознаграждается в виде TRX за то, что вы смотрите видеоролики от начала и до конца. Ставите лайк, пишите комментарий и делайте репост в различные соцсети. Итак, ребят, переходим по ссылке в описании, вы попадете на наш телеграм-канал, где я публикую различные способы заработка, будь это с вложениями, будь это без вложений, ну и все возможные способы, которые, естественно, появляются в нашем интернете, я стараюсь сюда публиковать в нашем телеграм-канале. Итак, что я хочу сказать, что хочу еще добавить, то, что у нас есть аналог 3 в ряд, и я хочу о нем снять видеоролик, потому что есть куча различных игр, смотрю, люди играют в различные игры, и есть им, грубо говоря, те же аналоги, с помощью которых мы реально можем зарабатывать, и довольно очень хорошо можем зарабатывать. Поэтому я всем рекомендую обратить на это все внимание, и, конечно же, взять себе на вооружение для заработка, как без вложений, так и с вложений. Ну и переходим на мой смартфон. Итак, вот, ребят, игрушка проект IN, 3 в ряд, и что хочу я сказать. Хочу сказать то, что можно играть абсолютно без вложений, конечно, профит будет копеечный, но почему я решил снять этот видеоролик повторно. Ребят, многие люди играют, я смотрю, в метро, там, в транспорте, в игры, в 3 в ряд. Есть различные аналоги, и аналог дело в том, что там ничего не платят, мы просто убиваем время. А здесь, если мы играем, уже хоть что-то зарабатываем. Тот же самый токен IN, который уже какие-то там кэш стоит там пару центов, но все же, как бы там ни было. Если мы хотим присвятить все свое свободное время проекту IN, который дает нам зарабатывать как с вложениями, так и без вложений, развиваться и так далее и тому подобное, я рекомендую всем начать играть именно с или же пещера, или же тот же самый оборону. Вот. В обороне вы будете намного больше получать кристаллов за бой. Вы нажимаете в бой, то есть зайдя в оборону. И якобы здесь мы воюем с те же самыми монстрами. Я редко захожу в данный проект, но по чуть-чуть качаюсь, иногда играю. Итак, как видите, 3 в ряд. Если красное, мы наносим урон. Если же зеленое, то мы хилимся. Как видите, есть критические точно так же, как и урон. Так же самое восстановление жизни. Здесь в игры, в проектах проходят различные там обновляшки, которые делают игру все интереснее и интереснее. Ну а наша основная задача, это же, конечно, развиваться. Чем выше уровень, тем больше дают кристаллов. Кристаллы мы потом в дальнейшем сможем поменять на их же токен IN, который уже торгуется на Max Global, данный токен, и мы можем уже потом его продать. Также у нас есть здесь магия, когда кружок маны полностью уже у нас круглый, то естественно мы уже можем наносить урон. Чем максимально заполненная шкала, тоже естественно по максимуму. Вот мы нажимаем и сразу бабам, 9600 урона мы нанесли данному монстру. И таким образом мы его уничтожаем. Как уничтожу, продолжу обзор дальше. Итак, после уничтожения данного монстра нам дают опыт и естественно те же самые кристаллы. Вот мы нажали, все хорошо. Дальше прогружается наше, естественно, главное менюшка. Точно так же здесь в пещерах можно делать добычу. Вот, сейчас покажу, как добывают различные ресурсы. Вот, я сделал удачных два хода и даю две попытки. Вот, получилось, что выпало два вот таких вот камня. Все, нажимаем продолжить. Вот, и можем, например, это все дело повторить. Вот, комбо, дают сразу 4 хода. Все круто, все классно. Так, есть. То же самое, уже 6 ходов. Все, у меня 9. И таким вот образом, вот мы нажимаем. Все, все, что получилось, все забрали. Итак, теперь мы можем выходить. Здесь, что касается боя, бой похожий точно так же, как в обороне. Только здесь уже дают вот эти S&P-поинты, в которые идет, есть такой званый лидерборд. Если мы нажмем вот рейтинг, и здесь постараюсь себя найти, но навряд меня это получится, потому что в игрушку очень и очень долго я не заходил.
Так, смотрим, 250, что-то там с копейками у меня, по-моему. Так, не видно меня. В общем, как вы видите, есть некоторый здесь лидерборд. Попасть в него довольно-таки и подняться несложно, но реально это все сделать. И, естественно, уже потом мы тоже претендуем сразу на заработок токена IN. Что касается обмена тех кристаллов, что у меня есть на данный момент, мы нажимаем на биржу, и здесь сразу показывается курс. К примеру, вот 5986 красных кристаллов я могу продать за один токен IN. И таким вот образом мы играем и развиваемся. И к тому, ребят, что да, здесь небольшой совсем заработок, он реально там доли цента или цент там в день. Ну, по крайней мере, если уже играть, то играть в аналоги различных игр, которые есть на крипте, и можно абсолютно зарабатывать ту же самую крипту по чуть-чуть и без вложений. Здесь ничего страшного нету, по крайней мере, вы хоть как-то монетизируете свое время. Ребят, как всегда, лайк, комментарий, пост, подписка вознаграждается в виде токенов TRX, и именно обзор был присвящен аналогам проекта IN и другим проектам 3 в ряд. То есть лучше замените вот этой игрушкой. Всем пока, всем хорошего профита.